в результате ограничений нами взыскано более 368 миллионов рублей в интересах юридических лиц и в интересах физических лиц, которые являются взыскателями. А вообще-то за полугодие этого года нам выяснено более 12 тысяч исполнительных постановлений об ограничении выезда за границу. Если взять соотношение, я уже не раз говорил вам, я вижу знакомые лица, значит, говорил о том, что при наличии 767 тысяч исполнительных производств, возбужденных в управлении, чуть более 12 тысяч постановлений об ограничении выезда, это свидетельство того, что мы предметно, разумно подходим к оценке ситуации по ограничению выезда за границу. Но считаю, что мера эта очень эффективная, особенно при исполнении исполнительных документов по алиментам. В части ограничения выезда за границу нами была проведена акция, будем называться акция для Шереметьево, когда мы сделали подвижный понт вместе с нашим управлением по Московской области, к нам обратилось более 1000 человек. Более 1000 человек обратилось к нам, более 100 человек оплатили долг, при этом 25 постановлений вынесено сразу на месте ограничений, люди получили консультации, более 1000 человек. То есть это эффективная мера, мы в обязательном порядке это будем проводить и в других местах, для того, чтобы граждане свободно могли получать информацию. Ну и надеюсь, что уже с начала следующего года эта информация, все эти наши ограничения, состояние исполненного производства, БАМ данных, в соответствии с законом об исполненном производстве, будет доступно для каждого гражданина по своим данным. То есть любое лицо может знать будет о состоянии исполненного производства, которое производится у нас в управлении. Если сегодня нужно получить информацию об ограничении, то гражданин может обратиться по своей территории, подразделение службы судебных приставов, там дадут полную исчерпывающую информацию.